Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Сибирский сад. Хотела поделиться с вами своей огромной радостью. Представляете, недавно я нашла, когда пошла в свой цитрусовый садик на балкон убираться, переставлять, мыть растения, нашла лимон, которого там сзади завалялось большой, значит, плод созрел. Не этот, но такой же примерно похожий лимончик. Я его сняла, вам показала, вы видели. То есть длинная веточка завалилась, и там созрел лимон. И вот вы представляете, захожу я вчера на свой балкон полить цветы, как всегда, и вижу вот такую картину. Вы представляете, вот такую картину. Я как глянула, вот поверьте, я чуть не упала. Я вот я думаю, что вы тоже, наверное, так же отреагировали бы. То есть я захожу, значит, с леечкой поливаю, там тыр-пыр-пыр, дохожу, и вот такую вижу помело под кустами. Сердце у меня заколотилось, конечно. Все, я такая, боже мой, что это такое? Раз, достаю, вижу, вот такое. Не обломать бы, видите, цветочки тут. Вот такое помело. Представляете, вот такой огроменный плод. Я, конечно, его вытащила, посмотрела, покрутилась. Ну, к сожалению, я поняла, что этот помело вырос не на моих растениях. Да, это я поняла. Но как он там оказался? Ну, ответ, к сожалению, или к радости, довольно простой. То, что сейчас по-модному называется словом пранк, то есть сыночек у меня немножко пошутил. Купил такое вот помело и подставил под мои цветы, под цитрусовые, так прицеп, под кустики засунул, порадовать маму. Представляете? Я почти купилась, как увидела, думаю, неужели у меня такой плод помело созрел? Ну, вот такие дела. Конечно, я у него спросила, он сказал, когда он знает, что я очень люблю есть помело, когда он увидел вот таким размером помело, он не удержался, купил его, принес мне. То есть обычно помело, сейчас я вам покажу, вот у меня недоеденный, ну, где-то вот ну таким размером, да, у нас плоды помело. Вот. Ну, а это, представляете, он увидел вот такой огромный плод. Мало того, что купил, принес и засунул его в мои лимоны. Он сказал, что, мама, явно ты не пропустишь, он там не испортится, не заваляется. Ну, вот так меня сын повеселил, представляете? Но, с другой стороны, нет ничего, так сказать, невозможного. Теперь я знаю, к чему мне стремиться. Помело у меня был, плод у меня был, уже вырастал. Ну, где-то, наверное, вот такой был кругленький, желтый помело. Он был крупнее, чем эти лимоны. То есть, ну, вот, наверное, вот таким размером помело был у меня. Сейчас он отдыхает, не цветет пока, но кустик живой, растет, чувствует себя хорошо. Это у меня прививка, ну, я надеялась, мне привозили веточку, сказали, очень сладкий мандарин из Таиланда. Первый раз на нем были плоды, я попробовала, ну, что-то, знаете, по-моему, это как каламандин. Вот он второй раз сейчас цветет, планирует распуститься, вот, ну, и по судя по тому, как он цветет, здесь вот вверху у него цветочки, не видно вам, да? Сейчас покажу. То есть вот там вверху у него еще цветочки, все, он, ну, не очень видно, да? Вот здесь он уже отцвел, согну веточку, вот видите? Вот он уже отцветает, то есть у него вся прививочка, вся цветет. Там уже завязи, здесь еще пока что он вот в стадии бутонизации, то есть цветочки, вот пошли завязи. Судя по тому, как он цветет, очень, конечно, смахивает на... Все-таки опять на что-то такое из рода каламандинов, цитрофортунелло. Вот. Ну, конечно, это не помело. Ну, подсунуто было сюда. Вот так красиво все это стояло под веточками. Сейчас как раз время цветения. У меня очень обильно цветут мои лимоны, бергамот. Запах, конечно, стоит на балконе чудеснейший. Я немножко отвлеклась. Так вот, есть к чему стремиться. Вот таким размером помело у меня был. Ну, будем стараться вырастить и вот такой помело. Правильно? Вы согласны, друзья? Итак, немножко вас отвлекла, порадовала. Кто досмотрел до конца видео, тот понял, что, к сожалению, это не выросло у меня, не оказалось таким сюрпризом. Но, надеюсь, я вам еще
каким размером плод покажу. Знаете, надо ставить цели, надо к ним стремиться. И тогда, и когда, если вы еще помимо того, что ставите цели, еще какие-то усилия будете прилагать, то у вас все должно получиться. Так что, друзья, нравятся вам цитрусы, нравятся помело, лимоны, мандарины, каламандины, бергамот, все что угодно. Сажайте, пробуйте, ухаживайте, находите общий язык с этим растением. Самое главное – найти общий язык с растением, понять, что он любит, что ему нравится. И тогда успех у вас обеспечен. А я, наверное, сейчас вскрою это помело. Я так думаю даже, что вот эти шкурки пополам разрежу, высушу и на елку повешу или под елку поставлю. То есть с такой шкурки вполне можно сделать любую поделку. Итак, вот такой помело оказался у нас в Сибири, в Красноярске, в нашей квартире. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Мне было очень приятно, что вы со мной. Кому понравилось видео, кто купился, пожалуйста, напишите об этом. А может, кто-то и такие плоды выращивает. Ой, вот если кто-то выращивает такие плоды, в квартире я имею в виду. То, что они растут на плантациях, это понятно, естественно, понятно. Но хотелось бы найти кого-то, кто выращивает помело дома, получает хорошие большие плоды не в теплице, а просто в квартире. Я за то, что исходите из тех условий, которые у нас есть. В основном у нас есть, конечно, квартиры. Кто живет в частном доме, имеет теплички, это чудесно, замечательно. Ну, вот у меня квартира. Поэтому я сажаю и выращиваю все, что можно в квартире. На этом я заканчиваю. С вами канал Сибирский сад. Меня зовут Людмила. Мои цитрусы, мои цветочки, плоды, которые у меня, возможно, еще будут. Желаю всем тоже успеха. До новых встреч. Заходите ко мне в гости. Пока-пока!